Груженную фуру развернуло поперек дороги. Видео этого дорожного инцидента попало в объектив регистратора попутной машины. Сегодня в 11 часов 11 минут утра на 174-м километре подъезда к Екатеринбургу от автодороги М5 Урал-Москва-Челябинск произошла дорожная авария, значительно осложнившая сообщение между двумя крупнейшими городами Урала – Екатеринбургом и Челябинском. Водитель тягача Mercedes-Benz, загрузившись на Химаше, выдвинулся в сторону Челябинска, но вынужден был прервать свою поездку всего через 25 километров пути. Пойдя на опережение попутной автоцистерны, рулевой Мерседеса стал медленно перестраиваться в левый ряд, но в этот момент ехавшая впереди в левом ряду машина начала торможение. Водитель тягача также вынужден был нажать на тормоз и в следующее мгновение потерял контроль над своей машиной. Кабина длинномера ударилась в разделительное ограждение, а полуприцеп развернула на всю ширину проезжей части. Авария произошла на скорости вдвое меньше разрешенной на загородных дорогах, то есть около 45-50 км в час. Причина резкого торможения впереди идущих машин кроется в двух других авариях, одна из которых случилась буквально в полукилометре от этой. За 20 километров до Сысерти получается Екатеринбург, Челябинск. Вот, развернуло авто, вынесло. Вот. Опять далее продолжаем трансляцию Екатеринбург-Челябинск. Опять ДТП. Это уже перед Сысертью. Как сообщили в областной госавтоинспекции, ни в одной из этих аварий люди не пострадали. Последствием ДТП стало затруднение в проезде в сторону Челябинска. Раскоряченную фуру другим автомобилистам пришлось объезжать по обочине.